Всем привет, Мурлс на связи. Сегодня вот такая вот машинка Peugeot 408. Какого года? 13-го года. Рефлекторная оптика с колпачком отсечения, аж 7-й цоколь. Будем пробовать сюда лампочки F3. А вот на галогене, значит, вот такая вот слева как бы галочка присутствует, а справа вот такая вот фигня. Непонятно, что это такое. Фары целые, все нормально. Ну, значит, достали лампочку H7, галогенку. Берем F3. Все, в принципе, там стандартно. Пружиночка. H7 цоколь. Места достаточно. Ставим. Во! Так, теперь подкрутим. Слушай, ну вот идеально, да? Не было такой СТГ. Вообще, на галогене такой СТГ-хи не было, как здесь. Люто, люто. Причем прям четко, да, отрезано. Вот установили вторую лампочку. Сейчас посмотрим, как она. Бабах. Так, подкрутить чуть-чуть надо. Сейчас поправим. Ну вот. Да, по-разному чуть-чуть фары светят. Ну, почетче даже. Видимо, конструктив такой. Ну, в принципе, все отлично. Сейчас проверим на дороге. Итак. Ну как, серьезнее все? Да, уже поинтереснее. Очень хорошо. Ну, СТГ четко, да. Если его нет засветов. Сейчас только направо. Да, уже. Нет, да. Налево. Налево, туда и. Все, в гаражике. Так, в улицу встань. Посветим ее. Ну, достаточно. Ну, поморгай дальним, что как он, видно его вообще, нет? Ну, блин, ну, пробивается. Чуть-чуть там, да, загорается как бы. Да, ну все, теперь надо эти. Ну, СТГ четкая. На дальний тебе надо покупать. Давай еще раз на ворота подразвернись-то. Просветим. А ладно, да, не надо. Не заедешь. А вот здесь видно. Ну вот, четко, да. Прям. Отличная СТГ. И никаких ошибок нету. Все нормально. Единственное, H7 лампа F3, она не в крайнем положении проводом вниз, а один щелчок назад. Один щелчок назад, и тогда СТГ четкая. Причем на правой фаре, на галогеновой лампе, СТГ вообще, ну, не было. Был какой-то пучок. Был какой-то пучок, и неправильно светил вообще свет, как бы, даже слепил, можно сказать. Потому что прям выше СТГ было круглое пятно какое-то, света непонятное. А сейчас все выровнялось, все идеально ровненько, и хозяин даже отметил такую особенность, то что как будто на линзах едешь, настолько четко СТГ. Ну, даже в свете фонарей видно все равно свет. Да, в
вообще идеально.